Во-первых, добрый вечер. Хочу поздравить победой, с тяжелой победой руководства команды, да, болельщиков, которые сюда приехали. Спасибо им огромное. Ну и в первую очередь, конечно, саму команду. Сейчас все знают, логистика тяжелая. Добирались практически 2 дня. Самое главное было, наверное, восстановить ребят перед игрой, поэтому вчера приняли решение не ехать на предыгровую тренировку, ее как бы убрать, потому что мы посчитали нецелесообразным 50 минут сюда, 50 минут отсюда, в такую духоту. Поэтому, наверное, как-то так, да? Но что по команде соперника? Хорошая команда, ставящая максимальные цели. Мы так ребятам сказали. Футболисты сыгранные, да, тренерский штаб очень, так скажу, мастеровитый. И как игровая карьера, так и тренерская. Приятно с такими командами играть, которые играют в футбол, да, наверное, и заставляют или дают играть другой команде. Поэтому сегодня были моменты, как, скажем так, хорошие, так и где-то чуть не доработали, получили гол со стандарта, ненужный, да. Ну, то, что на что ставили на быстрое убегание, на быстрые ответные атаки, в принципе, сработало, и стандарт наш сработал, который, ну, так получился. Не наигрываем ни одного стандарта. Вот. Вот, наверное, так все вместе тяжело, сложно. Ну, так получилось, что сегодня заработали 3 очка и победу. В первом тайме вы забили 2. За счет чего, на ваш взгляд, откуда пришли голы? Ну, первый гол пришел со стандарта. Сброс. И капитан команды Даня Лупа набежал, забил, да, на близком дистанции. А второй, команду разбирали их, и разбирали ее практически всю неделю, потому что знали, что очень сильная команда, организованная. Поэтому пытались в верхнем блоке, так скажем, их накрыть. То, что и прошло. Хотели они сделать выход от вратаря. Хорошо ребята сработали. И, конечно, отдать мастерству Фасхутдинова исполнил, как на чемпионатах мира. В одно касание положил там в дальний угол. Тут, как говорят, и Яшин, наверное, не выручит. А так это было противодействие, так скажем, выхода от вратаря к сопернику. Получив преимущество, какой план вы выбирали на вторую половину встречи? Да, план был такой же, мы не собирались, как говорится, удерживать счет. Говорили, также накрываем в верхнем блоке, в среднем блоке. Но есть такая психология, да, наверное, это человеку своеобразно. Команда начинает, самое страшное, когда команда начинает счет удерживать. Начинает счет удерживать, сели, опять же, свой низкий блок, дали ребятам соперника подавать. Много было туда подач. Как мы с ребятами разговариваем, когда мяч прилетает, это 50 на 50. Кто опередит? Вот. Поэтому немножко план не сработал. Но опять же, мы говорим на психологию, которую есть у любого человека, когда первый тайм и счет удерживается. Но это редко так бывает. Даже Капелло говорил, самый опасный счет в футболе – это 2-0. Потому что вроде 2-0, один забивают, а нам забили в начале игры. Все. Уже начинается, так скажем, такая небольшая паника. К чему и могло привести и второй гол. Ну, молодцы, сработали. Там и вратарю спасибо на 97-й минуте. Выручил команду. Спас, можно так сказать, там из девятки вытащил. Как-то так, наверное. А что бы вы ответили болельщикам «Чайки», которые были недовольны тем, что ваши футболисты довольно продолжительную часть времени тянули время и занимались так называемыми футбольными хитростями, маленькими, но помногу? Вот вы видите, вы сами ответили на свой вопрос. Это футбол. Дурак хитрым не будет. Футболист, мы играли с Велесом, привели они 1-0, там нас со старта забили, так они второй тайм весь лежали. И судья дал только желтую карточку вратарю на 89-й минуте. Хотя это можно было давать в начале второго тайма. Они делали хитрости. Ну, и я не могу сказать, что это конкретно были хитрости. Наверное, хитрости где-то. Где-то сбить ритм, сбить темп соперника. Потому что нас они прихватили, наверное, минуте на 70-й. Прям серьезное давление было. Но опять же, это футбол, как говорят, все способы хороши. Так что если там перед болельщиками извиняюсь, если там они посчитали, что прям совсем тянули. Ну, это футбольные хитрости. Опять же, 1300 проехать, сами понимаете, по этой жаре. Но у нас, к сожалению, такая, да, логистика у всех команд, все это терпят, все это ездят. Вот сейчас мы, представляете, опять 1300 едем, это надо ребятам давать какие-то выходные. Потому что сейчас задача главная восстановить, а еще нужен тренировочный процесс, готовиться уже к следующему сопернику. Поэтому сейчас на самом деле все не так просто, как кажется, может быть, со стороны. Поэтому, может быть, и лишние, так скажем, нервы, психи, которые не нужны. Наверное, так.